Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Данное видео является результатом опроса подписчиков моего канала с тематикой быстрорастущие и другие аквариумные растения. В первую очередь быстрорастущие растения. Именно с их помощью необходимо делать запуск аквариума для наиболее быстрого выравнивания баланса. Начнем с рогалистника. Это самое популярное растение среди новичков. Все просто. Стоит растение недорого, легко размножается, выдерживает холодную воду и слабое освещение. А также растение является своеобразным биологическим фильтром в аквариуме. Хорошо вытягивает нитраты из воды, которые являются конечным продуктом азотного цикла в аквариуме. Растение не нуждается в удобрении, а также в подаче СО2. Все необходимое растение берет из воды. Неприхотливое к освещению и размножается черенкованием. Следующее быстрорастущее растение – Элладея. Как и рогалистник, оно является очень неприхотливым растением. Но при температурах выше 24 градусов чувствует себя не очень. Жесткость воды для Элладеи не имеет особого значения. Оно хорошо растет как в более мягкой, так и в более жесткой воде. Однако при переносе растения из более мягкой в более жесткую воду, растение погибает. Оно буквально растворяется в воде. Также Элладея не любит примеси соли в воде. И при лечении рыб соляным раствором растение Элладея лучше убрать из аквариума. Самый распространенный вид Элладеи – Элладея канадская. Стебли Элладеи канадской легко укореняются в грунте. Следующее длинностебельное растение – Людвигия. Растение предпочитает чистую теплую воду и хорошее освещение. Поэтому хорошая фильтрация воды и хороший свет просто необходимы. Людвигия растет практически в любом грунте и при хорошем освещении набирает сочные цвета. Для размножения необходимо отщипнуть верхушку сантиметров 10 и укоренить ее в грунте. В интернете можно найти различные фотографии с воплощением дерзких идей аквариумистов по созданию подводных царств с использованием мхов. Мох – это растение, у которого нет корней, и все питательные вещества оно берет из воды. Также здесь нужны хорошая фильтрация и освещение. В то же время чрезмерная продувка негативно сказывается на состоянии мхов. На этой ноте я закончу вводное видео про аквариумное растение. Всего вам доброго, до свидания. Не заходи, если что.